Не нравятся мне твои глаза. Какой-то в них странный голод. Когда-то я был ярлом, но мне посоветовали покинуть пост. Когда я принял сторону братьев Бури, говорю тебе, это был имперский заговор. Жил, да был Рагнар. Не против меня, против всего фолка. Эти имперские ублюдки шпионят за каждым из нас. Вчера я видел, как кузнец Лот писал письмо. Наверное, докладывал сэр Солитьюд генералу Тулу. Если ты радуешь заповеду Скайрима, заберись в дом Лода и добудь это письмо. Хорошо. Не сболт никому чего лишнего. В империи здесь повсюду. Я не любительница солнечных ванн, но даже они лучше, чем это. Заходи, заходи. У нас теплая еда, теплое питье и теплые постели. Когда-то я был ярлом. Что это? Какой-то шифр? Нужно столько железной руды, сколько сможете добыть. Он не шпионит, но империя явно заставляет Лода ковать для нее все больше мечей и доспехов. Очень хорошо. Возьми в награду. Не сболт никому чего лишнего. У империи здесь повсюду уши.